У моего сына Сергея онкология, боремся второй год. Как ему можно помочь? Отделяйте сына и онкологическое заболевание. Делайте практику вымаливания для сына, как я объясняю, в первой ступени. А также ругайте само онкологическое заболевание. Прямо представляйте, будто вот сын с онкологией с одной стороны, а сын, рожденный здоровым, с другой стороны. И делайте так. Онкологическое заболевание, ты сволочь, и дальше матом ругаетесь прямо, делаете со звуками о-хо-хо, о-ху-ху, и пошло, и так далее. Потом другого своего ребенка представляете, говорит, ты мой зайчик, ты мое наслаждение, ты мой любчик, ты мой там роднюсенький, ты мой здоровенький, ты мое счастье, ты пусть все двери откроются, пусть у тебя в жизни будет все хорошо. Это называется полярные обряды. Соединить первое и второе между собой не нужно. Отделяя, мы отделяем болезнь от здорового человека, и это и у него сформирует новое ощущение своего заболевания. Почему? Заболевание прорастает, и человек думает, что он сначала имеет заболевание, а потом, что он и есть заболевание, а потом человека нет, есть лишь одно заболевание. Вот человек, когда заболевает, то сначала это выглядит так. Я и заболевание — две разные вещи. Потом я должен лечить заболевание, а потом заболевание прежде, чем все остальное. Поэтому мы помогаем ему отделить, то есть возвращаем его к тому месту, где появилось это заболевание, в момент разделения, максимальное разделение человека и наполнение заболевания презиранием этого заболевания помогает отделить зерно от плевел и помогает этому человеку справиться. Так работает процесс, который я называю эзотерическим разделением.